Дорогие друзья, уважаемые коллеги, как быстро летит время. Вот снова Новый год. Столько событий вмещает каждый прожитый год, каждое мероприятие, которое мы проводим, те месяцы, которые потом проходят в повседневном, в ежедневном труде, преодолении сложностей, движении вперед, желание чему-то обучиться, что-то освоить заново. И вот эта реализация желаний, она очень важна. Очень важно, когда нам удается сделать то, что мы задумали, что мы запланировали. И это планирование, эти замыслы, они формируются каждый год перед Новым годом, каждый раз перед Новым годом, особенно ярко, особенно с большой надеждой. Предстоящий год будет важный для нас. Предстоящий год – это юбилей Федерации лабораторной медицины. У нас удивительное сообщество. Оно удивительно не только своим количеством. Среди профессиональных сообществ медицинских России занимает одно из первых мест. Но удивительно оно той дружеской атмосферой, тем желанием и умением поддержать друг друга, работать в команде, вместе преодолевать трудности, которые встречаются на нашем пути. Поэтому в будущем году я желаю, как и всегда, в первую очередь здоровья. Я хочу пожелать сохранять вкус жизни, сохранять радость от любой, даже небольшого события, которое случается у вас. Находить хорошее во всем сложном. Особенно хорошо, когда преодолеваешь это сложное. И, конечно, будьте счастливы в своей семье, в своей работе и в нашем профессиональном сообществе.